светит, птички поют, и прекрасная погода. Всем привет! И как вы поняли, сегодня я в лесу. Сегодня у нас 14 августа, и мы идем в лес. Пойдемте! Друзья, вот и первые лисички на сегодня. Смотрите, вот одна, а вот, по-моему, ой, еще одна. И там уже такая уже не очень хорошая. Вот, вот не лисичка. И вот, и первые грибы на сегодня. Так, а по-моему, это, да, это они, смотрите. Друзья, это у нас, ребята, самые настоящие классические маслятки. Он здесь не один. Вот, смотрите-ка, еще один. Давайте его положим. Так, где-то я здесь, по-моему, еще видел. Да, смотрите. Вот, еще один хороший масленок. Вот, вижу еще один. Такие они прям хорошие, маслянистые. Так, вот, вот, по-моему, ну это уже, да, переросток. Это оставим. Так, и пока все. Нет, не все. Нет, ребята, не все. Смотрите, вот еще вот это прям уже молоденькие-молоденькие маслятки. Вот такие. Что-то грибочков сегодня не очень много. Наверное, они прячутся. Но какие-то грибы мы все равно находим. Вот, видите, у нас полянка лисичек. Вот какие у нас лисички. Очень вкусный запах. Сегодня мы без своего благородного не уйдем. Вот такой вот беленький. Ой. Ну, тут он грызанный. Грызанный, но видите, чистенький. Так, беленького мы кладем в корзинку. Ну, здесь, как вы поняли, не только белый. Вот, заметил здесь одну лисичку. Так, может быть, здесь еще есть. Я здесь посмотрю и, может быть, найду еще лисичек. Ну, надеюсь, они существуют, лисички. Вот такие вот красотули. Вот. Видите? Так. Вот. Вот. Еще двойняшечки. Я здесь еще поищу. И, может быть, найду еще лисичек. Ребята, это какое-то немеренное количество лисичек. Вот они и красавчики. Вот. Сейчас, аккуратненько. Вот и все. Они огромными семьями. Сейчас мы будем это с вами собирать. Друзья, а вот и еще небольшое скопление лисичек. Смотрите, у меня уж пол корзины только лисичек. Вот какие, смотрите, очень красивые и желтенькие. Еще лисички. Смотрите. Это такая вот небольшая дорожечка даже. Смотрите. Вот. 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 Смотрите. Парочка сладкая. Вот еще, смотрите. Вот. Лисичек очень много. Друзья, вот и подберезовичек. Как же мы его ждали. Красивый как. Ой, смотрите, шляпка малюсик, малюсик. Вот так вот он выглядит. Все, в Московской области грибы точно пошли. Друзья, вот и первые маховики сезона. О, это у нас с вами маховик зеленый. Видите, у него губочка зеленая. Так, он не один здесь. Вот, вот. Второй, хотя, по-моему, это даже не маховик. Хотя, это маховик. Да, и это два маховика зеленых.
Вот и закончилась наша с вами очередная прогулка по лесу. А результат сегодня в корзиночках вот такой. Смотрите, лисичек стало больше, и они выросли. А также мы нашли первый зачетный подберезовик. Также в лесу начали присутствовать маховички, чему я очень рад. Также маслята полезли вторым слоем. Смотрите, молоденькие. В лес ехать можно. Пока-пока, встретимся через неделю.